Галя, я все думаю, ты не держишь на меня зла? А по какому поводу? Ну, по поводу нашей поездки. Все-таки твой отпуск, ты... Да о чем ты говоришь, пап? Ну, я давно собиралась побывать на могиле дедушки. Просто времени не было. Ну, ты же знаешь мой график. Прости. Просто мне никак не давали покоя эти сны. Приходит отец весь такой грязный, в военной форме. И что-то пытается сказать, и я никак не могу понять, что. Душа его, чувствуя, не на месте. Поехали, папа. Ты устал, давай я сяду. Поехали. Отцу был бы стольник. Наверное, поэтому он не яснится. Да знаю. Папочка, да хватит о снах уже. Мы устали. Все-таки 400 километров, да по таким дорогам. Да я очень рад этому дню и давно его ждал. Понимаешь, я думаю, отец очень рад, что мы приехали его проведать. Она в эти дебри занесло. Она же в отпуск в Турцию собиралась. В годы войны в этих краях погиб ее дедушка. Отец попросил съездить, почтить его память. Дед захоронен где-то здесь, в братской могиле. Да, слава богу, что все обошлось. А то пришлось бы самим могилы рыть. Это ты так пошутил? Отнюдь. Место здесь гиблое. Чуете, даже птицы не поют. Галя. Привет, Галочка. Ты как себя чувствуешь? Валя, где я? В поселковой больнице. Галя, все хорошо. Все обошлось. Что со мной? У тебя перелом ноги. Разрыв мягких тканей. Ты большое количество крови потеряла. Папа, с ним что? Ему повезло меньше.
Но жить он будет. У него контузия. И ему оторвало обе стопы. Его сейчас в город увезли. Только там можно сделать серьезную операцию. Галь, не волнуйся, пожалуйста, я все контролирую. Скорее всего, вы подорвались на мине Второй мировой войны. В этих лесах их полно. Серег, судя по величине воронки, взрывное устройство имело начинку не менее 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Что бы это могло быть? Какая-нибудь мина противопехотная? На ППМ не похоже. Слишком большая воронка. И это не противотанковая. Иначе бы от машины ничего не осталось. А вот это, кстати, похоже на элемент взрывателя. Да, похоже. Спасибо, лейтенант, за то, что так быстро доставил на место происшествия. Да не за что. Я только быстро отреагировал на сигнал. А надо благодарить. Он, товарища Таныгина. Это он обнаружил машину и сразу позвонил нам. Андрей, иди-ка сюда. Познакомься, товарищ майор. Андрей Таныгин. Спасибо, Андрей. Вы спасли жизнь полковнику ФС Галине Рогозиной и ее отцу. Ну что вы, это мой гражданский долг. Вы позволите, я поеду. Меня уже заждались, наверное. Да, конечно. Только оставьте мне свои координаты. Хорошо, оставлю. Только боюсь, в ближайшее время вы меня дома не застанете. У нас экспедиция до зимы. Что за экспедиция? Поисковая. Ищем останки незахороненных бойцов. Благородное дело. Не смею вас больше задерживать. Всего доброго. Изучаю образцы расплавленного материала, обнаруженного в эпицентре взрыва. В состав входит поливинилхлорид, который применяется в производстве изоленты. Внешний материал также напоминает синюю изоляционную ленту. Ну и часто у вас подобные ЧП происходят? Не часто, но случается. Местные жители боятся ходить в лес. Из-за старых боеприпасов? Ну не только. Он пользуется дурной славой. 10 000 человек попали здесь в немецкое окружение, и все почти погибли. Да, я слышал. Почему такое странное название «Мясной лес»? А, здесь раньше на опушке была мясобойня. Еще, говорит, какой-то сумасшедший дедок жил. Он говорил, что это название себя оправдывает, что скоро весь лес покроется людскими телами, как мясо. А ведь дедок оказался прав. Петрович, можете на секундочку? Извините. Короче, Белая провела анализ взрывчатого вещества. Так. Галя подорвалась не на боеприпасе времен Второй мировой. Это было самодельное взрывное устройство. Уверены? Там реально. Корпус устройства обмотан современной изолентой. Во время войны такого просто быть не могло. Значит, взрыв был спланирован. Черт. Неужели против Галки? Галь, у нас есть все основания полагать, что на тебя готовилось покушение. Это бред. О том, что я сюда поеду, знал только ты. И тем не менее, Галина Николаевна, давайте все-таки подумаем, кто мог желать тебе смерти? Врагов-то у тебя достаточно. Галя, к этому нужно отнестись со всей серьезностью. Я даже не хочу это обсуждать. Решение о поездке сюда с папой мы приняли за сутки до отъезда. Да и потом, как нужно было все рассчитать. Заранее приехать. Установить устройство. Да и откуда ваши подрывники могли знать, что мы поедем этой дорогой, если мы с папой сами заблудились? А, кстати, а где Белая? Она находится на месте взрыва. Слушайте, ребятки, а может быть, готовилось покушение на совершенно другого человека? Да, кстати, вот тот самый поисковик, как его фамилия-то? Он же куда-то ехал по этой дороге, прежде чем вас найти. Любопытная версия. В любом случае, я думаю, что тебе здесь не нужно оставаться. И в целях безопасности, и в целях здоровья. Я договорюсь, и вас с Валей отправят в Москву. Помочь? Нет. Сами. Галина Николаевна, Галина Николаевна, ну вы как? Жить будем. Ну ты как Фигаро, то здесь, то там. Что там в лесу? Я потом расскажу. Лейтенант, я так понял, что ты хорошо знаком с поисковиком Таныгиным. Ну так, видел его пару раз в деревне, а что? Как мы можем его найти? Никак, он же в лесу, бог знает, где они бродят. А сотовый берет не на всей местности. Ну ты же участковый. Я должен хорошо знать местность. Местность-то я знаю, но лес, он огромный. Представляете? Представляем. Ладно, придумаем что-нибудь. Танюш, тебе надо будет поехать в Москву.
привезти спутниковый навигатор и лазерный металлосканер. Так, лазерный металлосканер мы вам уже загрузили. Секретная разработка разведчиков позволяет сканировать местность в радиусе 100 метров, позволяет находить крупные и средние металлические предметы и взрывные устройства. Просто в обращении. Специализированные очки надеваешь, нажимаешь кнопку, вся информация скачивается в компьютер. Поняла? Поняла. Как, спутниковый навигатор работает, показывайте? Спасибо, я знаю. Тогда у меня все. С палаткой справитесь сами. Ну, естественно. Танечка, ну, смотри, здесь все для оказания экстренной медицинской помощи. Крем от комаров не забыли? Не забыли. Давай, ни пуха вам, ни пера. К черту. Пока. Ну все, дальше дороги нет. Разгружаемся. А? Ну, как там Галина Николаевна? Идет на поправку. Да, не свезло вашей начальнице. Главное, чтобы нас такая ручь не ожидала. О, а это что такое? Прибор для разминирования местности. Но вам лучше не вдаваться в подробности. Значит так, по поводу вчерашнего инцидента. Маловероятно, но не исключено, что этот взрыв был подготовлен Лазуткинскими. Они знают, что я частенько езжу по этой дороге. Вполне вероятно, могут повторить попытку. Поэтому с сегодняшнего дня будем работать предельно осторожно. Всем понятно? Тогда по коням, голуби мои! Так, есть! В лесу работают две группы. Сережа, надо сканировать лес. Ты в этом уверена? Абсолютно. Я приступаю. Всем лечь на землю, лицом вниз, закрыть глаза. А зачем это? Делай, что тебе говорят. Все готовы? Да. Да. Я начал. Леш, сюда. Есть полевая сумка. Хорошо. Отлично. Нужно искать кости и личные вещи бойца. Ух ты! Немецкий шмастер! Нифига у вас аппаратура! Вот, а как же так получается? Товарищ старший лейтенант, на вашей подведомственной территории имеется неучтенное оружие. Я не сломи духом, честное слово, честное слово! Ланди Петрович, хватит местных кошмаров. Так, в данном квадрате обнаружены 3 винтовки, 4 каски, автомат, 2 походных котелка, ободки от артиллерийских снарядов, обшивка от самолета. Мин и взрывных устройств нет, но есть несколько боевых снарядов. Будем ликвидировать или как? Это, конечно, не наша задача, но лучше всего собрать все это и взорвать к чертовой матери, чтобы у других соблазнов не было. Лейтенант, обеспечь оцепление. Слушаюсь. Green Earth Battle 366. Это означает немецкая пехотная дивизия. Судя по тому, что медальон не разделен на две части, погибший Ганс до сих пор считается пропавшим без вести. Можно попробовать разыскать родственников. А заодно и заработать. Не получится. Максимум, немцы оплатят тебе дорогу в Германию и обратно. Скажут спасибо, и на этом вы разойдетесь. Мой товарищ так попал. Лучше всего этот медальон и останки передать в посольство, и дело с концом. Как бы не так. Я же вас предупреждал, чтобы отсюда убирались. Чего не врубаешь? Послушай, я же тебе говорил, мы поисковики. Нас не интересуют какие-то ценности.
Мы ищем человеческие останки, чтобы их захоронить. Кого ты лечишь, подонок? И взрыв на дороге не ты устроил. Какой взрыв? По дурачка решил закосить. Запомни ты, это наша зона, значит, и наш хабар. Попробуй сделать хоть один шаг. Я не шучу, придурок. Я предупреждал. Почему какие-то уроды позволяют с нами так обращаться? Они от нас не отстанут. Мы что, так и будем сидеть сложа руки? Нет. Все. Я больше не могу. Золотка, ну мы же ведь уже практически у цели. Ладно. Привал он у тебя берет. 5 минут. Давай. Надо отдышаться. Сейчас я отойду на секунду. Ну, чувствуете, махоркой пахнет? Да нет, Анюш, какая махорка в лесу? Тебе, наверное, от усталости померещилось. Ну, я явно чувствую, это махорка. А сейчас, по-моему, уже мне мерещится. Вы слышите, как вот дудочка играет, а? Слышите? Ребята, мне страшно. Не, вы слышали? Вы слышали? Это пастушок! Что за пастушок? Мне бабка рассказывала, что во время войны пропал маленький мальчик, пастушок. Думали, на мине подорвался. А потом все стали в лесу слушать одинокую дудку. Я не верил. Думал, это неправда. Ну это черт, это правда! Правда! Вот это да! Я... Как и знал. Вот сволочи, они наши вещи все сожгли. Как все не вовремя. Даже переночевать и то негде. Куда мы теперь на ночь глядя? Попробуй позвонить в деревню Егорычу. Может, приедет. Связь не ловит. Алексей Юрьевич, а давайте им отомстим. Успокойся. Ты что, не видишь? Это же беспредельщики. Они ни перед чем не остановятся. День добрый, путешественники. Хотя кто он добрый? Что у вас здесь случилось-то? Вы-то еще кто? А, товарищ участковый. Вот полюбуйтесь, что эти сволочи натворили. Федеральная экспертная служба. Кого конкретно вы имели в виду? Копатель этих чертовых. Таныгина, что ли? Не знаю, как там его. То есть вы не из поисковой группы «Пилигрим»? Какой поисковый отряд? Это самый настоящий черный копатель. Они нас чуть не пристрелили. Так, давайте-ка отойдем с вами в сторонку. Понимаете, вот уже несколько лет я руковожу поисковым отрядом «Прометей» при кадетском колледже. И каждый год, летом, мы с женой и ребятами выезжаем на поиски незахороненных останков советских воинов. Вот лицензия сейчас.
Ну, это понятно. А с Таныгиным? Что у вас произошло? С этим подонком? А вот что. Мы тут работали, никому не мешали, и вдруг появились они. Ну что, клюет? Мы не на рыбалке, чтоб клевало. А вы кто такие будете? Что, тоже раскопками занимаетесь? Типа того. Слышь, вы тут по случайности сбитый немецкий самолет не находили? Нет. А что, здесь должен быть самолет? По дурачка высишь. Не понял. Слушай сюда. Даю тебе ровно сутки, чтобы ты и твоя свора отсюда убрались. Это зона наших интересов. Иначе... Что иначе? Иначе лес в глухомань. Сам должен понимать. Одним словом, за вашу жизнь я не ручаюсь. Я не поняла, а что это утром было? Это о чем? О дудочке. Дудочке? Да грибник какой-нибудь баловался. Ты что, думаешь, мистик? А вы не правы. Здесь происходят очень странные вещи. Например? Разные бывают. Порой идешь с металлодетектором, вдруг фоновый звук в наушниках трансформируется в хор мужских голосов. Мне почудилось, что они пели «Варяга». Да во что? И сколько вы перед этим на грудь приняли? Я вообще-то не любитель. Да и томские поисковики рассказывали. Однажды на лес опустилась дымка. Поисковики сидели у огня. И вдруг из тумана, метров 20 от них, вышла группа изможденных и израненных бойцов. Ребята, понятно, все онемели. Один из бойцов подошел к парню и спросил закурить. А потом также испарился вместе с остальной группой в дымке. А еще было... Может, хватит? Да ладно, Данюш, ты что? У него тоже история есть. Послали меня как-то лес обыскивать. 3 дня я этот лес обыскивал. Ничего не нашел. Вышел на полянку. Ну, домик стоит. Домик не домик, избушка на курьих ножках. Все очень по чину постучался. Бабулька дверь открыла. Говорит, ты что, милок, от дела бежишь или работы ищешь? Я говорю, я бабка сталкер вообще, ищу свою зону. Ой, смотрите! Все на месте. Кто это может быть? Да мало ли кто там шарится, ребят. Пойду посмотрю. Не нравится мне все это. Алексей Юрьевич. Надоело мне все это. Пойду разберусь, в чем дело. Я пойду принесу ноутбук. Давай, Танюх. Да, кстати, сами посмотрим, кто у нас там шарит. Я вас отучу в эту мистику верить. Что случилось? Низкая облачность. Спутники ничего не разглядят. Ребята, мне страшно. И Алексей Юрьевич куда-то пропал. Да ноги, небось, сделал. Глупости. Он, наверное, решил разыграть нас. Пойдем. Так. Лейтенант, остаешься здесь. Ребят, пойдем посмотрим. Тихо!
говорить можешь? Похоже, каюк всем троим. Что здесь произошло? Скорее всего, из него стреляли. Нужно увезти Олесю отсюда. Вставай, моя хорошая. Давайте уйдем в безопасное место. Петрович, мы здесь все смотрим. Слушай, так это же настоящий блиндаж. Походу, немецкий. Угораздило же этого Лазуткина. Видишь, в него попасть. Бревна, которым был укреплен блиндаж, сгнили все. Я думаю, что он наступил на них, провалился, а потом не смог вылезти из этой ямы. И все. А если это все было хорошо замаскированной ловушкой, а? Нет, это тротил. Судя по мощности, рвануло 5 килограмм. Я думаю, что ящик с динамитом был в яме. Часть рванула, часть разлетелась. А кто его сюда положил, интересно? Он тут остался со времен войны. А кто его сюда положил, не представляется возможным узнать. Камня на камне не осталось. Слушай, нет, ну угораздило же этого идиота начать стрелять по собственному руководителю, а? Крыша поехала. Они вчера выпивали втихаря. Наслушался разных этих рассказов мистических. Ну и на фоне этого башню-то и сорвало. А потом он услышал стон в яме. Ну все, нервы сдали, он по яме пальнул. Полудурок, а. Слушай, ну мы тоже хороши. Надо было сразу всех этих следопытов проверить на предмет наличия оружия. Сразу всем. Они все погибли. Все, понимаете? Леша, я уверена, что это дело рук Таныгина. Сейчас меня интересует одно. Откуда у Игоря Фролова оружие? Это уголовная статья, понимаете? Я не знаю, откуда у него оружие. Я ничего про это не знаю. Он ничего не говорил. Просто идиот. Идиот, это точно. Тебе, лейтенант, точно влетит. У тебя под носом ходят вооруженные люди. Я же Николай Петрович, ну я же не знал, что у него оружие. Обязан знать все, что происходит на вверенной тебе территории. Не справляешься с обязанностями, подавай рапорт! Ну что, поздравляю. Мы по уши в дерьме. Серега. Не береги душу. Мне и так тошно. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Бардак. Я говорил, гиблое место, гиблое. Место гиблое. Ну что, ребят, погода удачная. Танюх, давай спутник. Серега, нужно найти этого урода Таныгина. Идем. Похоже, его бригада. Точнее, где? Вот поточнее. Могу сказать, что их четверо. И находятся это в западном секторе. Примерно в 15 километрах от нас. Так. Собираем оглобли. На рассвете уходим. Слушай, Петрович, а где сканер-то? Как-то где? Где ты упрятал? Да не прятал я его. Чего его прятать-то в лесу? Здесь он и лежал. Еще сканер стырили. А очки от него и ноутбук не украли. Черт. Парни, выше голову. С этим прибором 100 пудов найдем самолет. По словам деда, там оружие немерено. Сейчас по-быстренькому отсканируем местность и заляжем на дно, пока эти сыщики не смылись. Коллеги,
Какие мы тебе коллеги, гнида? Сеня, не крути. Ты нас сдал Таныгинским? Ребят, вы о чем? Я тебе объясню сейчас, в чем мы. Ты знал, как работает сканер. Ты у них в доле. На хлеб зарабатываешь, да? Говори мне! Вы что, паранойя? Я тебе сейчас дам паранойю! Ну-ка, говори мне все, гнида, говори! Я тебя сейчас здесь шлепну, спишем на десятый случай, на эхо войны, ты понял? Говори, гнида! Так, терпение, господа. Как эта фигня работает? А? Ага. О, есть контакт. Ну-ка, дай. Ты что, нашел прогресс? Ну что, поехали. Я им только позвонил, я сказал, что есть такой прибор, я не думал, что они его украдут. Слушай, останешься здесь, если пропадет еще хоть что-то, я тебя точно здесь завалю, понял? Петрович, пойдем, всех плохих поймаем. Я тебя посажу. А еще милиционер. Парни, идите сюда быстрее! Где вы есть? Пацаны! Где вы есть-то? Человек! Человек! Федеральная экспертная служба. Круглов, помнишь меня? Зачем украл наш аппарат? Любишь брать чужие вещи? Это все Сенька, гад такой. Это он все придумал. Мне сказал, что пушка лазерная. Серега, собирай остальных! Что же залива, Петрович, а? Ребят, он где-то рядом. Я слева, вы справа. Работаем. Ясно. Кто стрелял? Выходи, слышишь? Мы все равно тебя найдем. Отдай ружье! Ты кто такой, дядь? Что ты здесь делаешь? Живу я здесь, не видишь, что ли? Так мы тебе и поверили. Ладно. Сдаюсь, ваша взяла. Наша всегда берет, понял? Пошел. Ну, партизан. За что вы убили Таныгина? За дело. За какое дело, дед? Ты в своем уме вообще? Да не кипятись, сынок. Эта мразь получила по заслугам. Господи, так это вы были. Кстати, вы слышите, я теперь не буду мерещиться. Дудочку слышите? Вы слышали? Вы слышали? Вы слышали? Это пастушок. Дудка моей правнучки, Лизоньки. Я ей дал, чтобы она в лесу не заблудилась. Ну, хорошо звук разносится по лесу, особенно вечером. Нас-то зачем пугали? Чтобы предупредить, чтобы предостеречь. Ну, зачем? Что вы здесь забыли? Что вам здесь нужно? Ехали вы к себе домой, это моя война. Да какая война? Твоя война давно закончилась. Да, да, сынок, ты ошибаешься. Я тоже так же ошибался. Не я эту войну начал. А кто? Они. У нас тихо было, никого мы не трогали. Жили тихо, мирно, а вот приехали они. Я думал поначалу, что он историей интересуется. А его интересовало только трофеи немецкие. Почему он у вас интересовался? Я
самый старый здесь житель этого, этой деревни. Еще в 42-м году фашистов из этого леса выбивал. Надо, вот черт, меня дернул сказать ему, что я самолично вот самолет сбил. Там оружия было очень много. Вот с этого и началось-то все. Говорит, покажи мне это место. Ну, покажи хоть приблизительно. Ну, я ему и показал. Нечего на войне зарабатывать. То есть самолет они не нашли? Нет, не нашли. Ну и, видно, решили отомстить мне. Внучка в лес по грибы пошла, они ее встретили и сволочи все вместе снасильничали над ней. Мухоморчики есть. Как нам свезло. Привет. На, это тебе от меня подарок. Где твой дед? Ты в курсе, что он нас наколол? И ведь старый хрыч специально объегорил. Никакого самолета мы не нашли, ты куда, стерва малолетняя? Тварь! Сейчас ты у меня заговоришь. Твой дедушка будет знать, как над нами шутки шутить. Почему вы в милицию не обратились? К вашему участковому? Ну, конечно. Но нам этой милиции нужны. Стасенька, он за счет этих копателей только и живет, сволочь. Ну, а теперь самое главное. Самодельную бомбу на дороге вы установили? Я не думал, что пострадают женщины и старик. Ведь по этой дороге этот гад каждый день ездил. Он каждый вечер за водкой гонял в деревню. Нет, мне прощения. Не хотел я, чтобы пострадали невинные люди. Грех на мне. И не один. Взрыв у лагеря поисковиков тоже ваших рук дело? Нет, это нет. Я даже сам не знал, что там блиндаж немецкий. Я ночью пошел посмотреть. Ребята, ну, по глупости пострадали. Не надо было открывать огонь. Здесь же лес такой, как пороховая бочка. В любой момент может где угодно рвануть. Не надо тревожить эти места. Мертвые этого не любят.